В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» стартовала первая смена. Заезд посвящен году семьи. Здесь отдыхают более 350 детей. Есть отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети отдыхают вместе с родителями. И кормят хорошо, прям достаточно. Кормят вообще. Да. И вкусно. Очень разнообразие. Да. Фруктов, всякие фрукты у детей. Все у детей есть. Мероприятий полно всяких разных. Дети не успевают даже, сами себе они не предоставлены. Вожатые отличные. К началу сезона «Волжский Артек» претерпел большие изменения. Здесь провели капитальный и текущий ремонт спальных корпусов, столовой, центра творчества, оборудован кинозал, обновлен летний театр, возвели новый спальный корпус на 52 места. Комнаты оснащены современной мебелью, душем, санузлами. Особая радость для детей – новый современный бассейн на территории лагеря. По словам главы города Елены Лапушкиной, после посещения «Волжского Артека» остались самые приятные впечатления. Здесь совершенно точно душевное, очень внимательное отношение. Лагерь развивается, каждый год появляется что-то новое. Нравится то, что жизнь детей здесь наполнена, что они не просто проводят время на воздухе, что они просто оздоравливаются, но они и это время проводят очень интересно. Огромное количество мероприятий, подготовок к этим мероприятиям. В планах руководства лагеря на следующий год модернизацию продолжить, построить новые спальные корпуса и адаптировать «Волжский Артек» для круглогодичного семейного отдыха. Галина Топилина, Константин Головин, «События».